Ну что, ребят, мы накосили немного сена. Разгружаем. И на зиму готовим вот такой сеновал. Отлично. Ребят, подальше кидайте, там яма. Там яма, кидайте туда дальше, ребят. Плотнее, пожалуйста, посильнее. Так, привезли машину сена, мы его утрамбовываем. Так, и приехал у нас корм. Мусор только что вывезли, но не весь. Нужен срочно еще один контейнер. Весь мусор не поместился. Где тонко, там и рвется, ребята. Прошла машина не там, где надо, и передавила нам трубы. Делаем еще два вольера. Не знаю, хватит ли на... Абдул, еще хоть один вольер можно сделать? Нету? Все, трубы нету. Все, ребята, это последние два вольера, которые мы можем сделать. Нет ни трубы, ни профиля, ничего. Двери сделаны. Это последняя наша доска. А вот это мы делаем ячейки для наших малышей новорожденных. Сейчас мы сделаем, потом рассадим, и они у нас будут, каждый как ячеечки лежать. И не будут друг друга сосать, и они будут спокойны. Ребят, сфотографирую следующим кормлением. Просто, поверьте, просто мозги выскакивают. 5 утра, они хай подняли, а мне надо быстро-быстро их утихомирить. И я просто про телефон забыла. Все, нажрались, спим. Вот такую бадью ставлю, и плавают все. Я 3 таких бадьи ставлю в разные коробочки, их рассовываю. И все. Все хорошо. Ой, господи. Так, немножко выровняли здесь ямы. Все, ребята, трактор мы больше не потянем. Сколько смогли сэкономить на трактор, столько сделали. К сожалению, очень мало. Трактор бы здесь нужен еще. Но сейчас мы делаем... Сейчас покажу, ребята. Здесь у нас будут колодцы. Ребята, потом мы забетонируем сами колодец. Для вывода воды в 3 или 4 местах. Сколько у нас получилось выхода? 3-4? Карамат? 3. 3 выхода воды у нас будет здесь, на территории. Ребята, это здорово. Отлично. Спасибо, мальчики. Ребята, нам нужно хотя бы вот этот ряд закончить. Я вас прошу, друзья, ну помогите нам, пожалуйста. Нам очень-очень нужна ваша помощь. Пожалуйста. Делаем для котят. Делаем еще одну подсобную помещение для малышей, чтобы было и солнышко им. Сейчас сделаем, ребят. Здесь будет для котят. Thank you.
Капаемся, да. А вот эту куклу с капельницей уже сняла. Ну, какой жопа, иди сюда. Ничего, а? Ничего. Ну что ты? Полегче стало. Полегче ребенку стало. Да. Сейчас, мой хороший. Пустила, гуляешь. Чего свистим? А, козлёшка? Моя хорошая, да? Моё солнышко. Всё, красивый мой, гуляй. Посмотрим, как поправились наши девочки. Да, козявки? Мамины. Такие сипотяшки. Да, скоро совсем будем хорошие. Мамины. Все, капельницы сняли. Девчонки веселые. Лапки заживают, да? Мамины детки. Все, все, все. Я в приюте. Ночевать сегодня буду здесь. У меня на капельнице здесь 6 малышей. Новорожденных забрала с собой. Разместила их в новом месте. Все, тоже завтра покажу, как они устроились. И еще вот эти. Так что, ребята, сегодня капать буду полночи. От одних детей к другим. Все будет хорошо. Обязательно будет хорошо. А, посмотри сюда. Такая симпатичная девочка у нас крошечная. Маленькая девочка. Ну, ребят, ну ничего нельзя сделать. Ну что ты скажешь? Листогонка и все сразу. Ну что это с какое? Ну. Аминь. Сопелка спит. Спи, ну спи. Уже заканчиваем. Ну вот. Сейчас трех прокапаем, потом еще трех. Сейчас будем капать, самый хороший. Это первый признак того, что ребенок заболел. Ребята, это то, что мне необходимо в первую очередь. Это мзилат, катазал, цефтриаксон, амес, квамател, актриотид. Ребята, рингер, глюкоза. Это то, что нам необходимо в первую очередь.
Ну, ребята, мы переехали. Мы кушаем. А там мы спим. Вон там, там у нас постелено. Вот как здесь, скажи, хорошо. Да, и место есть, и побегать, и все. Что, животики проверим? И все будет хорошо. Ну нет. Ребята, нам очень нужны пеленки. Очень-очень нужны пеленки. Или простыни. Те, которые вам не нужны.